К открытию выставки сотрудники музея Арсеньева готовились около года. Проект о людях, поэтому больше всего времени ушло на беседы с моряками и их семьями. Геннадий Антонович – один из героев и помощников экспозиции. В его судовом дневнике отмечено более 105 иностранных портов. Это 39 государств. Ну, например, вот это я в Мальдивской республике, деревня Гвадифури. Вот на фоне национальных таких крыш. Или вот, допустим, здесь есть снимок. Вот я беру солнышко в высоту, чтобы определиться астрономическим способом, где находится судно. Проект «Тихоокеанское время» объединяет три экспозиции – расставание, ожидание и возвращение. Это не просто обозначение залов, а целые периоды и знаменательные события в жизни каждого мореплавателя. За время работы над проектом было записано 27 интервью. Сегодня отрывки из откровенных воспоминаний моряков может услышать любой житель Владивостока. Наша задача была выстроить некое пространство чувств, ассоциаций, воспоминаний для того, чтобы человек, войдя сюда, начал работать внутренне. То есть не просто читать этикетки, рассматривать фотографии, а что-то ощущать. Придать форму эмоциям, пожалуй, самое сложное. Для этого музейщики выбирали нестандартные подходы и новые решения, которые ничем не уступают принципам работы западных современных музеев. Во многом помогли личные вещи и документы моряков. Блики на воде, азбука Морзе и огни стоящих на рейде кораблей. Все это можно прочитать здесь, глядя на эти стены. Экспозиция представляет названия судов и кораблей. Все они имеют порт приписки «Владивосток». По залам проводят экскурсии, но даже куратор выставки советует рассматривать экспозиции в одиночку. Так, по словам сотрудников музея, можно сильнее проникнуться историями моряков и понять главный смысл проекта. Коллега мимо проходила, а я в наушниках стояла. И она такая говорит, у тебя лицо такое умиротворенное. Я говорю, а мне нравится. Но это невозможно скрыть. Проект направлен на создание Дальневосточного морского музея во Владивостоке. Задумка серьезная, поэтому выставка будет работать не меньше года. Открытые морские залы ждут своих гостей ежедневно. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.